И снова 82-й уровень. Я так люблю свою палату, мягкие стены, мягкий пол. Итак, только что я прошел сразу почти 6 волн. Набрал 287 тысяч кредитов. И что делать? У меня никаких мыслей нету. Ну, кроме как, что вообще все оставшееся место засандалить башенками. Вот этими турельками. Лазеры не работают, хотя хотелось бы, чтобы работали. Ничего не работает. И турельки, в общем-то, тоже. Как видите, я их ставлю в самых таких дерьмовеньких местах. Вот, ну, денег у меня до пизды, поэтому можно себе такое позволить. Вот, хотя деньги сейчас явно кончатся уже. Надо вот сюда поставить. Ой. С таким-то отношением к деньгам. Как-никак, все надо потратить. Вот. Ну и вы увидите, я специально не показывал, как я сосу на предыдущих 81 уровне, чтобы было не так скучно и уныло. Вот. Блин, даже не знаю, куда еще сандалить их. Так, ну вот эту выкинем и сюда засандалим. Я уже не знаю, куда их сандалить. Вот эту, блин. Нельзя ее выбрасывать. Совсем уже без бутылок остаемся. Так, еще денег есть на две башенки. Куда бы их засунуть, а? Сюда? Без бутылки оставаться как-то. Ладно, вот эту мы выкинем. Засунем сюда. Энчансим ее. Ой, блин, дебил, что я сделал. Апгрейд, только после этого инченсить надо. Так. Сверху придется бутылочками покрыть все. Так. Как компенсация. Ой, блядь, дебил, что я делаю? Надо один раз было апгрейднуть. Один апгрейд, остальное нечестно. Потому что если его дважды заапгрейдить, то это уже будет другая турель, которая будет их телепортировать во времени. Блять! Я ёбнутый. Так, ну и последнюю турельку куда мне присунуть? Ну вот только сюда и остается. Так. Ну что, деньги я почти усе прокакал. Вот. Денег больше нет. Все. Все заставил башенками. Я не знаю, куда их еще присунуть. 82 уровень. Дал. И вы видите, как меня нагибают.
Может быть, если бы я прокакал не все жизни, больше было у меня бы больше, чем три. Ну вот и все. Вот и гамовер. А как его пройти, этот уровень? А еще они при таких скоростях люто мажут, как вы можете заметить. Сколько патронов летит мимо? Уму непостижимо! На что я трачу свою жизнь, а? На что? Я уже проиграл, а бой еще идет. Деньги зарабатываются. Да какие! Ух! Вгрохал кучу баблища. И все без толку. Все это бессмысленно. Или я делаю что-то не так. Впрочем, мой рекорд был 1 200 000. Это можно посмотреть по старым записям. Вот. Или автор этой игры сам не доходил до этих значений и, скорее всего, игра сложно проходима, если вообще проходима. Зато есть 42К кредитов. Но уже не надо, потому что минус 13 жизней.